Спасибо, знать, еще посмотрим. Ночь в душе твоей отражаю в зеркала. Прежних дней. Бля, какой-то нейросетный, вообще даже говорит, ну, пофальшивает вокал, удивительно. И костры людского зла. Капли пали в них, и кристаллы слез. В глубине все, что не сбылось. Так это Кипелов, это не ария, не считается. Видишь там себя, блески счастья и любви. Я просто не верю своим ушам. Я не могу понять, как это может быть. Что это за бредятина? Еще раз, ребята. Леха из Бау. Леха из Бау. Пишите ему, чтобы он написал вам песни. Не надо заниматься этим. Ну, чтобы как минимум записывал. И меня зовите, бля, этот вокал продюсировать. Какая же муть. Ну, просто невероятная муть. Как это так? Блин, я не понимаю, кто писал, интересно, «Я здесь», тот же самый. Это же неплохая баллада была. Смольский, что ли, писал? Или Маврин, или кто это вообще? В припеве получше, кстати, что стало. Что это за... Мы такое послушали. Я реально аж загрузился. Пох, хз. Но вообще, да, концовки, типа, фраз мега странно спеты. Ноль песен в составе группы Кипелов. Наймите Лёху из Бау. Бля, не знаю, что сказать, ребят. Слушайте вообще, типа, Soundgarden, Аня Кипелова и Арию. Вот и все. Это вообще база лютая, как бы. Самая главная мысль в этом во всем. То есть, в остальном мне, ну, плюс-минус насрать. То есть, у меня нет какой-то вот... Я не могу так как-то близко к сердцу, что ли, это воспринять, отреагировать. То есть, ну... Ну, какая-то залупа, типа, да, немножко говяна там что-то. Да, вроде бы хуеватые концовки. Я бы не сказал, что я не верю своим ушам, типа, ну, бля, возраст штука такая. Типа, мало кто может... В 70... Ну, все, Питер, попался! Там, спасибо большое, Хлебыч. В условно 70 петь, как условно в 20. Ну и, типа, это вообще такого не бывает. То есть бывает, когда человек, допустим, в 20 поет пиздато, и в 70 он поет, типа, слышно, что ему там, ну, уже до хрена лет, но он все еще, типа... как-то поет, пиздато звучит. А бывает, когда, ну, когда нет. Ну, и чё? Тут, видимо, так.